Всем привет! Это видеоотчет о наших апрельских покупочках. Одежда, обувь и канцелярия. Так, начну с обуви. Это для папы купили обувь. Точнее говоря, он сам выбирал. Она стоит 1800 рублей. Купили в Каре. В общем-то, неплохая обувь. Красивая. Но у нашего папы есть такая особенность, что обувь он носит ровно один сезон. Какого бы качества ни купили мы ему обувь, она носится один сезон. У него такой какой-то особенный способ хождения, что обуви хватает совсем ненадолго. На один, ну, максимум на два сезона. Это и если обувь покупается в эконом-классе, если обувь покупается в фирменном магазине или на рынке, все равно она носится один сезон. Ну, вот так вот папа у нас ходит. И, кстати говоря, этот способ хождения передался еще младшему сыну. Я вот сейчас покажу кроссовки, который затаскал Федя, ну, младший ребенок. Вот, посмотрите, кроссовочки, ну, немножко грязные, я их не стала мыть. Вот, это дырки. Скажите, как нужно так ходить, чтобы вот так продырявить кроссовки? Похоже, это у нас семейная. Ладно, уберу кроссовки. Купили Феде тоже, но он уже их в них пошел гулять за 500 рублей. Будем надеяться, что подольше поносят. Дальше пошли. Для Феди, для младшего, штанишки 210 рублей. Ремень для Маши 90 рублей. Она сама выбирала. Дальше тоже для Маши такая бейсболка 170 рублей. Поехали дальше. Я купила себе толстовку. Вот и моя толстовка. Купила в магазине «Твое» за 800 рублей. У этой толстовки есть такая особенность, что она очень короткая. Когда я поднимаю руки, виден мой живот. Но толстовка мне очень понравилась. Теперь мне придется проскачать и убирать животик. Вот такую я себе проблему нашла. И у нас отдельное видео, это про шубу. Ссылку оставлю в описании. Итак, наши покупочки канцелярии. Что мы из канцелярии закупились? Начнем с ластиков. Вот они все ластики купили. Эти маленькие по 5 рублей, этот по 13. Вот этот хорошо стирает, по 10 рублей. Дальше фломастеры. 12 цветов по 29 рублей. У нас с фломастерами есть проблема, что если до них доберется Федя, он не закрывает крышки, мы не успеваем разрисовывать их, они просто высыхают. Поэтому купила самые дешевые. Дальше набор блесток. 6 цветов по 55 рублей. Ну, это для творчества различные. Лизуны делать с детьми будем. Клейкая лента. Скотч 73 рубля. Бумага цветная, трепированная. Ну, типа гофробумаги, здесь 2,5 метра, 50 сантиметров шириной, за 69 рублей. Дальше цветной фетр. Стоит он 103 рубля. Это розовый, и вот зеленый я вскрыла. Так, сколько тут? По-моему, 60 на 50. Сейчас посмотрю точно. 70 сантиметров на 50 сантиметров. 103 рубля стоит. Дальше это две цветные бумаги, каждая по 9 рублей. И это настенная карта Российской Федерации, 325 рублей. Сейчас я при вас прям вскрою и посмотрим, что за карта. Это карта нашей необъятной Родины. Вот такая, картон. Ну, в общем-то, неплохая карта для детей, для того, чтобы изучать немножко города нашей России, где мы живем, где море и все такое, где Москва. Вот. Ну вот такие покупочки канцелярии. Спасибо вам за внимание. Пока-пока.